Мои девчонки встретились после семидневной разлуки. Вот. Сейчас будем мы выносить мозг. На улице плюс 3. Как-то не очень, а я в шортах, елки, вышел. Как всегда. А мячик уже у нее, что ли? Ну, в такой позе ее нельзя снимать. Вот она. Вот он наш мячик. Адель, дай мячик. Адель. Где наш мячик? Ну, дай. И к вам, говорит Адель. Пока не сожру, ни за что не отдам. Вот так. Адель, отберу. Отдай мячик. Где хозяйка? Да. Ага. Хорошо. Давай. Адель, ты что вообще? Травку поесть. Холодно ведь, Аделечка. Ай! Мы же лечимся, мы травку. Травку поесть. Главное, чтобы ее не стошнило под. Наверное, уже не встанет. Если попробовать отнять. Если травку надо, то как-то не будет больше приставать. Ну вот. Хозяйка и Адель вместе гуляет, а я как бы вот рядом.